Приветствую вас, и по всей видимости ваш молодой человек пытается как-то либо вас задеть, то есть напомнить вам о себе, либо специально звонит вам от лица, значит, девушки, чтобы вы оказались вот примерно в такой вот ситуации, да, когда вы вроде бы и не виноваты, но в то же время он делает вас виноватым. Значит, что в этой ситуации происходит? Молодой человек преследует какую-то свою цель, либо лишний раз перед вами похвастаться тем, что у него, например, все хорошо, похвастаться тем, например, что у него все здорово, все прекрасно, либо девушка, его девушка действительно звонит вам. Для чего? Вот этот вопрос, который нужно, мне кажется, отдельно прояснить. Для чего вам звонит его девушка? То есть, что она хочет, вообще-то говоря, от вас? Я думаю, что опять-таки, как-то вас задеть, унизить, упрекнуть и так далее. Конечно, нельзя прям вот так вот взять и сказать, для чего делает ваш, ну, мужчина, или может быть даже девушка, или может быть и девушка, и мужчина, потому что слишком много переменных есть. Но я думаю, что это точно не из-за желания что-то там, знаете, для вас хорошее сделать. То есть, по моему мнению, молодой человек просто-напросто либо звонит сам, либо вашей личной границе не уделяет сколь-либо достойного внимания, сколь-либо много достойного внимания. Почему? Вот давайте подумаем, с чем связана такая его, вообще говоря, позиция, вот, мужчина. Ну, скорее всего, он хочет, чтобы было именно так. Скорее всего, ему интересна эта ситуация, ему интересна эта позиция. Скорее всего, ему нравится, что вы находитесь в данном положение. Его устраивает, что вы оказываетесь крайне. В этой ситуации на самом деле мотивы, по которым молодой человек так себя с вами ведет, не особо важны. Важно здесь другое. Важно то, что молодой человек, мало того, что с вами, скажем так, расстался, он еще продолжает вас по какой-то причине беспокоить. И вот я думаю, по какой причине, как вы думаете, молодой человек продолжает вас так сильно беспокоить? Быть может, вы ему до сих пор не равнодушны, до сих пор не безразличны? Быть может, вы до сих пор как-то задеваете его, может быть, даже трогаете его и так далее. То есть, я имею в виду, что какое-то значение ваше для него еще сохранилось. Если это так, то тогда, конечно, молодой человек от вас не отстанет и так и будет, я думаю, вам звонить. В этой ситуации необходимо самостоятельно прерывать эти звонки. То есть, там, например,
воспользоваться, скажем, черным списком телефона, да, ну и так далее. То есть я надеюсь, этот момент понятен. В идеале же мотивы у людей могут быть разные, но лично мне кажется, что мужчина просто-напросто вас как-то, знаете, пытается дискредитировать. То есть ему важно, чтобы вы чувствовали себя вот такой вот, как униженный. Ему важно, чтобы вы ощущали себя, может быть, лишней. И вопрос, для чего ему это нужно, для чего ему важно показать вам, этот вопрос лучше ответите вы сами. Потому что, ну, согласитесь, мы вашего мужчину не знаем, мы не можем сказать, что им движет. На этом все, надеюсь, что помог вам. Хотелось бы сказать, что... Пока вы сами не прекратите данную ситуацию, пока вы сами не перестанете позволять этой ситуации быть, ничего не изменится. То есть так вам так и будет звонить. А я думаю, что если вы ничего не хотите от молодого человека, то просто занесите их номера в черные списки или пришлите молодому человеку картинку, скриншот журнала ваших звонков, где показывалось бы, что вы не звонили. Но, скорее всего, вашего молодого человека, а именно он является инициатором того, что происходит, мало волнует то, что вы чувствуете. Его волнует только свое эго, только свои желания, свои какие-то потребности. И это означает, что он мало будет прислушиваться к тому, что вы ему говорите, и к тому, что вообще-то говоря, ну, соответствует, скажем так, истине, правде и так далее. Так что я вам очень рекомендую быть готовой к тому, чтобы самостоятельно прерывать этот контакт, прерывать этот момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.